Здравствуйте, это канал Максимадзе, это LEGO City Undercover. Сразу же в бонус, сегодня же третья серия. В бонусик, так сказать. Что у нас там по звонку? Ну, ты поймал этих клоунов? Да, шеф. Тогда займись пробкой на мосту Оберн-Бэй. Эти новички заварили там такую кашу, что даже тебе ее не испортить. А, и это вместо спасибо, значит? Чейз! Классно сработано! Хорошо, что мы арестовали клоунов, которые грабанули банк, иначе репортеры устроили бы настоящий цирк. Настоящий цирк. Потому что они все вырядились, как клоуны. Как в цирке. Цирковые клоуны. Ты меня слышишь вообще? Да, ты слишком много говоришь. Ох, надо автомобиль раздобыть. Нет, этот слишком большой. Вон тот, который впереди. Вот тот, который туда едет. Я. Вот он был бы неплох, но я его не догоню. А, тут семейная пара едет, так что не надо. Берем этот. А, зашибись. И как мы теперь тут проедем? Ладно, пешеходы, отходите. Мне нужно здесь как-то проехать. Я даже не задел, как она упала. Что это за ерунда такая была? А, и здесь такая же дребедень. Вы же умеете водить? Помогите мне! Без паники. Вы налево и вперед. Ой, а почему тормозить-то так? Вы налево, затем направо и чуток налево. Вы продолжайте в том же духе. То, что надо. Ой, а чё всё так тормозить-то, алё? Хороший ответ был. Да блин, ну почему такие тормоза? Наталья! Тебе моей жизни мало было. Решил еще и мою тачку угробить. А ты совсем не изменилась. Не заговаривай мне зубы. Из-за тебя мне пришлось полностью изменить внешность. Я даже перекрасилась. А разве ты не была блондинкой? Ты... Поеду попрощаюсь с папой и больше в Лего-Сити не ногой. Мы еще увидимся. Нет. Что там с ними такое было, никто нам что-то пока не говорит. Чейз, что там с этой пробкой на дороге? О, просто один водитель съехал с катушек. Я все уладил. Ясно. Но мне понадобится новая машина, и я свою потерял. Вообще-то, она даже не совсем моя была. Забудь. Фрэнк за неделю по две теряет. Рядом с закусочной к северу от тебя раньше была полицейская точка вызова транспорта. Вроде бы ее снесли. И мне нужно ее заново построить. А ты сообразительный, Чейз. Да.
Немного странная вот эта встреча, кстати, была. Одновременно любовь и ненависть. Такое чувство. Здравствуйте. Говорят, тут раньше точка вызова транспорта была, это так? Нашел, о чем спросить. Взгляни на мои бензоколонки. Разлетелись в дребезги. Нет бензоколонок, нет клиентов. Хотя наш знаменитый пирог с маринованными яйцами отпугнет даже тех, кому нужно заправиться. Если починишь, отблагодарю как следует. Да, вообще без проблем. У него... У Чейса волшебные руки, он может все. Вообще легко. Работает. Закусочная спасена. Чем тебя отблагодарить? Мороженым? Сосиской? Мороженой сосиской? Последний вариант почему-то никому не нравится. О, знаю. Ты можешь взять этот суперблок. Он пригодится тебе для строительства точки вызова транспорта. Думаю, где-то тут еще один суперблок завалялся. Благодарю. Так, пора приступать, наверное. Ого, ничего себе. Как она быстро построилась, черт возьми. Здесь вы можете заказать транспортные средства. Окей. Но одна только есть. А, можно выбрать цвет. Я предлагаю... Это цвет как-то влияет на что-то? Обалдеть. Я выбираю красный. О, благодарю, мне это нравится. Мне нравится, что тут можно выбрать цвет. Мне нравится. Чейз, совершается очередное преступление. Грабители забаррикадировались на крыше Лего Сити ТВ, и нашим до них не добраться. А чем я-то могу помочь? Крыльев у меня нет. Да, но мой дядя Дюк работает шерифом заповедника Колокольчикова. И у него осталась пара старых служебных крышкометов. Забираться на здание с ними легче легкого. И падать тоже. Поэтому мы и перестали их использовать, так ведь? Ну, если ты не хочешь... О, хочу, хочу! Отлично! Я передам дяде, что ты едешь. Вот если будем так заказывать автомобили, будем менять все время цвет. Может, в следующий раз будет синий, а может быть зеленый. Или желтый. Или еще, может быть, какой-нибудь. Блин, мир, мне нравится этот мир. За городом, все такое, вот это все. Вот только сцен, вот только вон та сцена, блин, лагала, это так печально было. И как, и почему она лагала? Она даже не в самом лучшем качестве. Почему? Другие сцены же нормально работали, не лагали. Еще и птички поют. Это так прекрасно.
сообщить обо мне. Конечно, сообщила. Приятно познакомиться, Чейз. Люк Деккельберри к твоим услугам. Я все про тебя знаю. Прости меня за прямоту. Ты тогда, конечно, оплошал. Но все равно, вышвыривать тебя было все-таки чересчур. Особенно учитывая то, что у тебя уже был свидетель под рукой. Да, но на ошибках учатся. Больше такой дурости я не совершу. Вау! Живой? Это прикольно было. Все в порядке. Так и есть у вас этот кошкомет? Есть, есть. И я с радостью отдам тебе этот ржавый металлолом. Эта груда хлама не помогла мне поймать старушку Бесси. А? Положи его. Все. Вот такущий. Фу. Чего? Какой-то странный окунь, если честно. Нужно еще арестовать грабителей. Ага. Удачи тебе с кошкометом. Этой штуковиной не так просто орудовать. Да, забавно. Сказал дурости не совершу и сам упал в реку. А способность заблокирована. Как печально. Минутку. Это же не моя машина. А, вот привет, моя машина. Чейз. У нас тут проблема. Этого следовало ожидать, а то все слишком гладко шло. В чем дело? К нам поступает противоречивая информация о точном местонахождении грабителей. Шеф послал наших людей прочесывать округу пешком. Думаю, ты можешь ускорить процесс. Если ты залезешь на бургер «Жуй», отмеченный у тебя на карте, то смогу использовать бандиты-детекторы и вычислить, в каком они здании. Именно. Удачи, Чейз. Окей, окей, хорошо. Блин, мне эта игра нравится, серьезно. Мне нравится этот мир. Серьезно. Благодарю вот этого Кирилла Плей, который предложил мне эту игру. Реально прикольно. Единственное, вот что не прикольно, так это управление и долгие загрузки. Управление в этой игре, конечно, отстой. Но кататься по этому миру, это очень интересно. Точка для вызова транспорта там снова есть. Ну, давай езжай ты быстрее, что ты не можешь-то? Блин. Мне показалось, или там, или какой-то человек на дорогу прыгнул под машину прям. Забавно, забавно. Все. Приехали же. Ой. Блин, тут еще и камеру поворачивать нельзя.
Кашкамет, только... А, понятно. Ну, я нажимаю. Ага. Так, секунду. О. Походу, этим крюком еще придется учиться пользоваться. Ну, это нормально, я думаю. Так, ребятки, и где же вы спрятались? Так. Вот вы где. Время спустить этих парней с небес на землю. Пора уже кончать с этими пафосными клише. Элли, я обнаружил грабителей, но я заберусь на соседнее здание. Так я смогу наскочить на них с крыши и застать их врасплох. Или, если не допрыгну, отдохну недельку в больнице. Везет. Еда в больнице отменная. Угу. Очень везет, черт возьми. Надеюсь, что до этого не дойдем. Да, юморок тут, конечно, есть. И хороший, а иногда и тупой. Ага, секунду. Где тут? Ай, черный экран, ничего не вижу. Да ладно. Опять загрузка долгая. Да вы чё? А, не, недолгая. Хорошо, что у меня нет боязни высоты и всяких других дурацких фобий. Бонжур! Французский попугай! Боязни нет, говоришь? Да, юморок хороший. Совсем форму потерял. Меня сейчас Кондратий хватит. Надеюсь, на это здание можно как-то попасть. Кашкамет — это вещь! И правда. Закрыто. Здесь видно, что закрыто. У-ху! Так, похоже, начинает мутить. Что мутить? Ой, что такое, ветер, что ли? А, он тянет эту штуку. Я думал, ветер. Понятно. Так, дальше куда? Ну, все равно эта мебель была на выброс. А, понятно. Значит, я это не зря делал сейчас. Вау, блин, я что-то такого не ожидал. Эй, там внизу ком! Сматываемся! Thank you.
Я не дам этим воришкам уйти. Ой-ой, тут опасно. Ты чё, офигел, что ли? Это что? Туда нам не надо. Куда дальше? Куда дальше-то? Ну это электричество, по-моему. А, бросить противника. Один есть, начало положено. А, так все-таки его надо было. А второй, а где следующий? Что это такое? А, это лазер какой? Это оружие какое-то, что ли? Подождите, я не понимаю, куда дальше-то? А, нет. Там что-то лежит, только я не пойму, как туда... Опа! Попасть. Воспользуйтесь канатом, чтобы попасть на соседнее здание. А, канатом? Только как его взять-то? Куда его цеплять-то? Подсказку какую-нибудь дайте, я не понимаю, куда. Может, сюда. Тут здесь, что ли, надо как-то пробежать? А, вот так. Боже ж ты мой. Нифиг, чё поймешь, блин, тут. Вау, боже мой, это... А, дико. Да я, оказывается, гимнаст. Ага, сам не знал этого даже. О, это ускоряет процесс лазания. Залезай, чё ты не можешь-то? Куда дальше? Меня здесь нет. А это уже два. Окей, хорошо. Забраться наверх. А, по этим штукам. Так вот, что ты... А, понятно, вот так. Три. Осталось разобраться с главарем. Стоять! О, что-то он разошелся. С этим, наверное, придется повозиться. Давай, давай. Он не наверх случайно полез? Я просто не знаю. Нет, не наверх. Там просто... Там просто монетки всякие... Ой, лежат. Прощай, коп! Удачного тебе восхождения!
На крыше одного из зданий я вижу человека, по всей видимости, главаря банды грабителей, который, кажется, кому-то машет рукой. Крюкометом. Наша доблестная полиция... Меня так просто не уделать! О, нет. Минуту. Наконец-то объявился представитель полицейского управления Лего-Сити. Похоже, эта погоня закончится арестом. Конрад Петерс... Да что ж такое опять? Первый раз. Это первый... Ай! Первый раз, когда у меня что-то не получается. А, даже блин. О, наконец-то. Так, сюда. Не может поднять. А, уже поднял. Надоел, сдавайся уже. Угу. Куда дальше? Вау, боже мой. Помоги! Не дай мне упасть! У меня жена и две рыбки! Давай! Говори, на кого работаешь! Это Джордж! Джордж, ногу за Дерищенко! Да ладно! Ногу за Дерищенко. Хорошо, на бешеного Рекса. Рекс? А. Не знаю, он со мной по телефону связывается. И кто тогда знает? Леший знает. Может, Блю? Он в кто? Спроси его. Помоги же мне. А ты, похоже, много знаешь. Ну да. Рука руку моет. Но не в твоем случае. Джордж? Джордж ногу за Дерищенко! Эй, давненько не виделись, Дэйв. Отлично. Ну что ж, доступен свободный режим игры. Хорошо. Ну что ж, наверное, на сегодня и надо закончить. Благодарю всех за просмотр, с вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и... Сейчас досмотрим. Всем пока.